William decided to start a new topic, questions. And that will be about your questions that you ask us in the comments for the videos in YouTube. Спасибо. Не жри камеру, не жри ее. Одним из ваших вопросов был, а что будет, если дать соболю Бадди кокос? Ну, реакция соболя довольно предсказуема. Конечно, Бадди постарался его открыть. Он очень быстро обнаружил более тонкую, место с более тонкой кожицей и прокусил эти места, вот эти три дырки. Но кокос вскрыть у него не получилось. Вопрос от пользователя Animal World. Здравствуйте, какой милашный у вас соболек? У меня такой вопрос. Где я могу найти ответы? Что будет, если самка соболи не забеременеет? Обязательно ли самкам рожать? Может ли зверек умереть, если не найдет самца, как хорьки? Нет, соболь не как хорек в этом плане. Им не обязательно беременеть, и с самкой, собственно говоря, ничего не произойдет, если она не забеременеет. Но лучше, конечно, если самке ставить имплант на время гона, если вы не собираетесь получать потомство, то на время гона лучше ставить имплант суперларин, который подавляет сексуальное желание и помогает самке этот период пережить. Действие импланта заканчивается за 6 месяцев, и потом, если на следующий год вы вдруг решите иметь потомство, то вы можете это сделать. При этом самок стерилизовать не обязательно для того, чтобы держать дома, потому что самка будет вести себя не то чтобы адекватно, соболь в принципе не самый адекватный зверек. Бадди, тебе нормально? Тебе удобненько слизывать вот так мед? Was it okay, buddy? Вот, но она не будет проявлять больше агрессии, чем она проявляет в принципе. То есть у нее нет такого, что там она выросла и стала очень агрессивной. У самок все попроще, чем у самцов. Вот у самцов по-другому. Okay, the question from John T. Does Buddy ever retrieve his stashes and eat them when he is hungry? Yes, sure. Buddy remembers all of his stashes, he remembers all the places, and he retrieves them when he wants to check. Мать, плохое место, видишь, пришел. He can eat the stash if he's hungry. Here, Buddy is checking one of his stash in place. He has special bags where he put his stashes, and he remembers about all of them. He frequently doing the inspection of them to check if everything is fine, and sometimes he's re-stashing, means hiding the stashes in a different place. Like in this case, for example, he decided to restash the apple somewhere else, and he's looking for the place. But in case if Buddy has something really tasty, then he doesn't stash it. He actually eats it immediately. Everything that he is stashing is something that he maybe do not like that much, or maybe they need to be well prepared, like for example apples, because he's waiting for them to get fermented to eat them after all.
even checking me if I have some stashes maybe. I heard something from him, you know, in the pockets elsewhere. You never know. Антон Бастрык. Абади хоть немного ласковый. Сколько смотрю, не видела, чтобы его гладили. Вот так вот мы гладим Бади. Вот так вот его можно гладить. Он тебя кусает, а ты его гладишь, а он вырывается. Вообще Бади не очень любит гладиться. Он больше любит, когда его почесывают. Ну и то, конечно, условно это можно назвать любовью. То есть он не убегает и может даже погрумить тебя в ответ на почесывание. А гладиться он не любит совсем. Вот сейчас я перейду к почесыванию попы, и он тут начнет меня тоже вылизывать. Ну, он крайне беспокойно ведет себя даже во время почесывания. Видите, я периодически пытаюсь перейти к поглаживанию, потому что у него очень приятный мех, и его очень приятно трогать. Но Бади это совсем не нравится, и поэтому я возвращаюсь к почесываниям, которые Соболь вполне себе приемлет. Ну, по-соболиному, конечно. Ну, вот и все. Вот и конец почесыванием. Когда Бади линяет, он, конечно, дает себя чесать подольше. Но при этом он крайне активно меня кусает, вот как вы видите. Кто-то кусает, того и не чесаю. Бади, ну-ка харе кусать меня сильно. В общем, вот так. Задавайте ваши вопросики, а мы раз в неделю будем делать видео с ответами. Guys, I want to remind you that we created super cool t-shirts. And if you like them, just go for it. Follow the link to our Body Positive shop and get it.